Видео снимаю для тех людей, кто боится. Сейчас вкладывает рулон на газон. Прекрасно, все прирастает. Вот та желтая часть, это мы укладывали на прошлой неделе, скосили ее сейчас. Поэтому цвет немножечко отличается. Были дожди 2 недели, и немножко он, конечно, перерос. Вот это еще раз рассказываю про то, что ни в коем случае не запускать. Ну, когда дожди, тут уже деваться некуда. В мокрую погоду, конечно, не скосишь ничего. Ну, вот, постелили на прошлую неделю мы в четверг. И он уже начинает подниматься. Конечно, эффект происходит не так быстро, как летом. Но в осенний период газон рулоны укладывается. Все успевает прирасти, никаких волнений.